Всем привет! Рассказывала, да, в принципе, что часто переезжаю и бесконечно меняю дома. Соответственно, техника я редко с собой вожу. И, в принципе, все, что я приобретаю, обычно я оставляла всегда в родительском доме. Недавно я переехала в другой дом, и оказалось так, что духовка, именно духовой шкаф, в плите не работает. Поскольку лично я постоянно периодически пеку то пироги, то булочки, то печеньки, из-за того, что у сына аллергия, мы не можем покупать готовую продукцию, поскольку везде яйцо. И, соответственно, я все делаю сама. Вот. И поэтому, дабы исправить ситуацию, я приобрела себе очень полезную для меня штучку. Вот. Сейчас распакуем и покажу. Вещь пришла хорошо упакованная, и при транспортировке она вряд ли повредится, поскольку качественно упакована в пенопласт. Хотя визуально она не такая большая, но на самом деле она довольно емкая. Объем у нее составляет 30 литров. Мощность составляет 1500 ватт. Есть конвертация и таймер на 60 минут. Можно включить режим подогрева, либо запекание с подогревом снизу, сверху, либо и сверху, и снизу. Это очень удобно. В принципе, ее можно использовать как микроволновку, можно использовать как печь для запекания различной продукции, от печенек до пирожков и пирогов.